закрепляем фиксатор. Щель между пеналом и проемом заполняем монтажной пеной. Устанавливаем зацеп, посредством которого одна дверь тянет за собой другую. Устанавливаем нижний контролер для второй двери. В торце двери фрезеруется паз, в который вставляется нижняя направляющая. Чтобы при закрытых дверях не образовывалась щель, на торец двери устанавливаем декоративную планку. Устанавливаем фиксатор двери в закрытом положении. Закрепляем фиксатор второй двери в закрытом положении. Устанавливаем доборы, съемные элементы и наличники. В случае необходимости можно легко поменять дверное полотно или ролики, сняв верхний наличник и верхнюю часть добора, прикрепленного к съемному элементу пенала.